Слава Украине! Привет всем от Полонского. Анекдотичный случай произошел в Индии, куда поехала путинская лошадь Лавров. Ну, мы все прекрасно знаем, как Лаврова называют, да? И вот как его знатно потроллили индусы, которых, кстати, расисты считают своими союзниками, это просто... Ну, это надо видеть. Видео у нас в телеграм-канале, как обычно, ссылочка снизу, можно посмотреть, поржать. Короче говоря, они же там встречали этого Лаврова и навстречу вырядились в национальные костюмы. Ну, так это, в принципе, да, в некоторых странах положено, это считается нормальным делом, но они все вырядились в костюмы лошадей. При этом, знаете, когда он, ну, когда они его ждали, они тупо все в голосину ржали. Я не знаю, над чем они именно ржали. Там надо видеть их физиономии. Они тупо ржут. Вот. Но судя по тому, по их лицам, они знают, как Лаврова называют здесь. И вот этот вот... Я не знаю, как он прошел мимо этих лошадей. К сожалению, история это умалчивает. Но... Вы знаете, это был троллинг 80 уровня. Реально, 80-й левел был. И вот эти лошади, жалко, что там не запечатлена физиономия одной лошади рядом со всеми остальными. Вот это, конечно, если бы кто-то снял, было бы, конечно, бомба. Слава Украине!